Приветствую вас. Есть так называемый психологический такой момент, как запрет на успех, да, является психологическим драйвером. Вы можете сами поискать это в интернете. Вот. В этом психологическом драйвере раскрывается то, что человек не позволяет себе полностью реализовываться, он не позволяет себе достигать того, что он хочет, быть неудовлетворенным постоянно, вот, и не реализовывать свои возможности, которые у него есть. Соответственно, работать нужно с этим драйвером, поработав с ним и освободив вас от него, я полагаю, что вы и в стране своего пребывания сможете реализовать максимально того, что вы, хотите. И либо вы заработаете достаточно денег на то, чтобы посетить те страны, которые вам интересны, вот, и жить там, либо вы удовлетворитесь тем, что вы достигнете. Вот, но для этого нужно вот освободиться вот этого драйвера психологического, запрет на успех, и стремиться к тому, чтобы стать специалистом экстра-класса в своей области. Повторюсь, экстра-класса в своей области. Вот. Что касается личной жизни, то здесь совсем другая история. Здесь может быть и страх сближения, и негативный родительский сценарий, и запрет на создание семьи. Это уже не психологический драйвер, это просто уже такой вот родительский сценарий. Вот, с чем при необходимости тоже нужно работать. Ну, для начала нужно понять вообще, что такое, что есть проблемы в личной жизни, в вашем понимании, что они из себя представляют. Я не говорю, что у вас что-то не так, нет, я просто говорю, что нужно понять, что вы имеете в виду. Вот. И с этим уже работать. А то складывается такое впечатление, что вы как-то все в кучу мешаете, да, то есть вот просто все в кучу мешаете. Вот. Одно пытается сублимировать через другое, не получается, пытается сублимировать через третье, не получается и так далее. Вот это так не работает. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.